вот новинка этого года. Впервые 8 истребителей составят в небе букву Z, символ военной специальной операции по защите Донбасса. 384 шага по полигону, ровно столько же будет и на Красной площади. Механизированную часть, как и все последние годы, открывает легендарный танк времен Великой Отечественной, Т-34. За ним современные Т-90 и передовые арматы. Надежная защита от угроз с воздуха, зенитные ракетные комплексы С-400 и БУК. А еще ТОР и Панцирь-С, конечно, мобильные установки межконтинентальных баллистических ракет «Ярс». Их характеристики не раскрываются.